Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Пятница, в эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Мы знали, мы надеялись. Итак, за барабаном «Поле Чудес» Любовь Андреевна Туранцева, Нижегородская область, деревня Беласовка. Андрей Валентинович Юрец, город Симферополь. И Оксана Алексеевна Попова, город Хабаровск. Ну, как вам мой новый образ? Да, мне не жалко сказать, что у вас 500 очков. Спасибо большое. Ну, так, буква. Да. Я шурзор все нарушаются, как будто... Буква Р, Роман. Резидентчик, блин, извините, блин. Я знал, с кого надо начинать. Надо говорить с красивой женщиной. Ах, Оксана Асевна. Хабаровск. Родственников, друзей, поэтому всем большой-большой-большой привет. Мы вас любим. Вы хоть кем работаете-то? Вы кто? Я давай отключать этот двигатель, на высоте сижу. Блин, как уебало, блядь, межфазное, блядь, 380. Я нахуй на 15 минут ослеп к чертовой матери, ни хера не вижу. А, вы училка? Я ведьмак. Я не знаю, что с этим делаешь. Я ведьмак, в этом нет никакого... Ну-ка себе посветите меня. Да, это последствия работы электрики. Все электрики так выглядят, вы не знаете, что ли? Да, мне не жалко сказать, что у вас 500 очков. Спасибо большое. Ну? Так, буква. Да. Буква И. Индюшка. Я ее называю индюшкой. Прям вот, вот миллиметр, вот рядом бы. Вы прочтите слово, прочтите, что написано. Это что-то с чем-то. Это вы победите! Дядька, ну ты даешь, чертов ты, блин, маньяк, сука. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог... Не, у меня... А что вы хотели? Знаешь ли ты вдоль ночных дорог... Не, у меня... А что вы хотели? Выбирайте, что хотите, если чего не хватит, мы добавим. Было бы неплохо смарт-телевизор следующий. Телевизор в студию! Так вот прям носом водить перед экраном. Так, смотри. Угу. А у нас тогда поле зрения будет... неправильное. То есть угол, вот эта вот широта угла, она есть оптимальная. Вот, кстати, насчет пылесосов тоже. Вот пылесос и пылесос. Главное, чтобы сосал хорошо. Буква Р. Я говорю, ребята, ну ё-моё. Буква С. Кинул ее со скоростью 100 км в час, походу.